Всем привет! Мы решили снимать шоу под названием Crazy Socks. И с вами Дина Единорог, Микки Голес и Васаби. И в первом выпуске мы покажем вам шоу ногастых талантов. Сегодня показатели талантов нам пришли. Я. Я она. Я! Абсолютно! А сейчас рекламная пауза. Коровий сок. Коровий сок. Вкусно. Теперь я точно не куплю коровий сок. А теперь мы приступаем к конкурсу. И наш первый конкурсант Тимми. Он приехал к нам из Техаса, и он покажет, как он доит корову ногами. Здравствуйте, я Тимми. И сегодня я вам покажу, как доить корову ногами. В данном случае зебру. Итак, приступим. Для начала надо намазать ноги кремом, чтобы корове было приятнее. Теперь она превратилась во что-то. Я не знаю, во что она превратилась. Все. Спасибо за внимание. Пока. Suck me, fuck me, kiss me, lick me, throw me, twist me. Теперь у нас есть молоко для блинчиков. А наш следующий конкурсант Лукас. Он приехал к нам из Парижа. Он будет пускать пузыри ногами. Здравствуйте. И сегодня я покажу вам мастер-класс, как надувать пузыри ногами. Для этого нам понадобится пузыри. Мы открываем их. Берем в ногу. И дуем. Mm-hmm.
мы попробуем сделать все левой рукой, потому что у нас выйдет лучше. Лиза Мирас. Она приехала из Италии и покажет, как красить ногти на Дале. Всем привет! Я Марсельеза Мирас! Сегодня я расскажу, как красить ногти ногами! Эх, Настя, класс! Не должен никто пропустить! Нити с моим волосом сегодня не то! Начнем!
Василиса, как мы говорим, премудрая, потому что она будет готовить бутерброд ногами. Здравствуйте. Это мастер-класс по изготовлению бутерброда ногами. И для начала, чтобы соблюдать все правила и нормы безопасности, нам надо помыть ноги. Но для начала нам надо включить воду. Мы берем мыло, подставляем его под струю воды. Мылим руки, а потом моем ноги. Вот так. Тщательно промываем каждый палец. Ведь мы все-таки имеем дело с едой. То же мы проделываем с другой ногой. Из Японии к нам приехала Скарлетт. Она будет брить зебру Мартина ногой. Всем привет! Меня зовут Скарлетт. И сегодня я покажу вам мастер-класс по тому, как нужно брить своего друга. Познакомьтесь, это мой друг Мартин. Привет, я Мартин. А это моя бритва Пуки-Пука. Начнем.
Берем пуки-пук. Берем ногу. Под названием правая. Ну, можно и левую. Сегодня я хочу взять левую. Берем пуки-пук. Вставляем в левую ногу. Берем друга, Мартина. И начинаем брить. Брей под углом 90 градусов. Но я лично выберу свой угол, которым я привыкла брить своих друзей. На самом деле, брить друзей я начала еще с самого младенчества. Это прям мое хобби. Это то, что получается у меня лучше всего. Все друзья любят, когда я брею. Каждый год друзья собираются, и я их брею. Мартина я брею уже 6-й год, поэтому у него шерсть такая шелковистая и гладкая. Надеюсь, вам понравится брить своих друзей, и вы будете таким же, как и я. Мы почти закончили брить бельё моего друга Мартина. На самом деле, это трудоёмкий процесс, занимает много времени. Ну сколько счастья он приносит! Вы можете это ощутить на себе. Скоро я буду проводить массовые мастер-классы по поводу бритья своих друзей. Приходите 16 числа в ЦУМ в городе ЦУМ. Вот голос Мартина. Он теперь стал гладким, мягким и сексуальным. Ой, какая свежесть. Спасибо, девчонки. И наш последний конкурсант Леонард. Он художник и будет рисовать ногой. Здравствуйте. Меня зовут Леонард. И сегодня я буду рисовать ногой. Для этого нам понадобится карандаш, еще карандаш, только цветной, и еще множество карандашей, да, а еще вот эта штука. Берем карандаш, берем ногу, вот так это выглядит, вне зависимости от того, левша вы или правша. Берем, ставим ногу. Начало головы. Уши, глаза. Заготовка готова. Теперь будем у нас получилось это. Та-дам! А теперь мы подведем итоги. У вас порвалась резинка для волос. У вас депрессия. Вы не знаете, что делать. Ваши длинные волосы вам мешают и везде лезут. Не проблема, ведь у вас есть резинка от трусов. Удобная, бесплатная и подойдет под любой тип волос. Резинка от трусов. Та-ра-ра-та-та-ра-ра-та-та.
Третье место заняла Скарлетт, и мы дарим ей утюг. Скарлетт! Второе место заняла Василиса, и она получает телефон. И первое место занимает Леонард, и он получает планшет. Спасибо вам за участие!